Молодой человек, вставайте, пожалуйста. Это не вам покупалось, молодой человек, это не ваше. Я, конечно, понимаю, что вы в 6 утра уснули, но это не повод теперь спать, где придется. Так, у нас даже здесь корм собачий Макси для гигантских пород. 26-44 килограмма. Ну, вот как раз для немецких овчарок подойдет. Ну, раз корм у нас уже есть, значит, осталось установить станцию для пищевого потребления этого самого корма. Если я что-то с просонни буду какую-то фигню говорить, ты меня там переправляй, перенаправляй. Хорошо. С просонни. Ну что, значит, я в полтретьего только проснулся. Так, сейчас, подожди. Почти все установлено. Какой-то дрон получается или что это? Вот, и повыше, повыше прямо, то он высокий все-таки. Одну сюда, вторую сюда. Насыпай жрать, мать. Ага. Ты сейчас что-то сам будешь, что ли, есть? Пойдем, давай дальше показывать. Это играть, а это чесать. Это тоже играть. А вот это снова чесать. И тут играть, 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 играть. А это водить. А это писать. Тронула меня, тронула. А я не трогала. Тронула меня, тронула. Это что было? Это Стич. Хороший мальчик. Послушный мальчик. Нифига, он тебя расчесывает нормально. Слушай, а купи себе такую же расческу, она офигенно вообще объемчик придает. Молодец, проснулся в полтретьего. Мать ты моя женщина, у меня что, в комнате мало лего или что? Или сейчас еще вот это собирать нужно будет? Тут есть инструкция. Ну, хорошо. Собирай давай, я пойду кофе жахну, мне же надо проснуться. Ты что, я даже одну створку поднять не смогу сама. Ой. Ты только это, аккуратно, аккуратно, а то у нас запасной клетки нету. О, так она уже собранная. Нифига себе, она уже собирает-то. Мать ты моя, да ты по... Ты, куда сейчас по башке получишь? Ты понимаешь, здесь я вот это смогу поместиться, а не вот такая вот собачка. Ну вот мы с собакой будем спать в постели, а ты здесь в клетке. Ага. Точно сломает сейчас все. Сюда. Ага. А это чтобы какать. Писать, какать. Ну, я даже не думал, то, что она настолько огромная. Я туда смогу сейчас залезть, и мы запросто с Катей там сможем переночевать. Ну не запросто, тут, конечно, немножко тесновато, но в целом собаке будет комфортно. Это тебе? Ты же любишь Стича. Так, как она тут работает? Вот так и вот так. Сейчас, подожди, я возьму поилку, кормилку. Вот сюда. А, то есть я вот так, я должна делать? Да, вот так. Если что-то понадобится, покричи, постучи. Я пошел дальше спать. Ты что, офигел, что ли? Ну, я просто не выспался. Вернись! Ага. Спокойной ночи. Надо было сразу купить такую клетку. Только не для собаки, а для Кати. Час икс настал. Екатерина... Ну вот, я говорю, то, что час икс настал, потому что едет поезд из Владивостока. Он заскочил в Красноярск. 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 Я всегда путаю Краснодар, Красноярск. Наш сопроводитель Ярослав будет контролировать, нормально ли припаркуется поезд. Пару минут, и член экипажа этого поезда будет у нас на руках. Он, это первый вагон? Нет. Это второй вагон, он где-то здесь. Он где-то здесь внутри, путешественник, ему всего лишь 3 месяца, он уже пол России объехал. Екатерина. Плед. Плед. Чтобы он не замерз. Он трясется, надо идти согреть его. О, Тимочка. Ярик, я сейчас расплачу. Давай, плачь. Доводим его. Щибик.
Он так замерз, он так трясется, Катя, грей его. Мне кажется, он просто спал всю дорогу, его разбудили. Или, может, он спал 12 часов, пока из Красноярска ехал. Ну, с поезда сразу на машину. Главное, чтобы он Катюху не пописил. О, зеленый свет загорелся, поэтому я поехал. Пусть Кайся Бог. Ты говори. Пусть Кайся Бог. Мы приехали домой. Он сильно боится. Отпусти Сёбоку на пол. Это первый раз, когда он ступает на пол квартиры. Опа! Теперь это твой дом. Ярик! Ярик! Ты можешь заходить, что стоишь? Иди сюда, смотри, тут у тебя твой домик. Иди сюда, смотри, тут у тебя твой домик. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. А чё это тут? Так сказать, первый раз попили. Ждем, когда пойдет в туалет. Еду ищешь, а еды там нет. Хочешь кушать сейчас? Только воды налили. Вот так хозяева. Как ты его зовешь? Я еще и пишу, пока Шиба, у него нет имени. Пацан! Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, скорее иди сюда. Молодец. Он рыгнул. О, все, пошла драка, пошла драка, пошла жара. Он очень сильно угорает по зеркалу. Такой, опа, кто там? Это я? Да, в этот сапог можешь писать, это Кати. Мы тебе стича купили, надо жить, это твое. Держи. Какой нафиг стич? Все, пошла жара. Он понял то, что он дома. Он понял то, что все можно кусать, то, что все можно ломать, заходить в любые двери, залазить в любые. Вот это. Ронять мусор, это мусор. Зачем тебе стакан грязный? Да, почему? Да, давай. Конечно. Побежать туда, бежать за. Во! Во, молодец! Во, вот так. Ты ж просто можешь вы. Кто сикнул? Ты сикнул? Он мог себя сикнуть. Подожди, он опять себя увидел в зеркале. У нас какое-то это бесовство начинается, блядь. Казалось бы, когда они вдвоем еще так в прихожей сидели. Просто наблюдают за новой игрушкой. И за пёсиля. Че, давайте попытку номер два. Имя. Назовите имя. Марти. Маршал. По-моему, здесь разные названия были. Марти Маршал первый. Вот он что-то тоже интересный. Соберу. Маленький. Давай ставим. Стой.